Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Мы с Алексами обменялись любезностями, подарками. Спасибо тебе, Ира, большое. Такая огромная сумка. Ух! Спасибо тебе, Ира, огромное. Мужу огромный привет, огромная благодарность, спасибо. Я надеюсь, что мои подарки вам доставят какое-то удовольствие. Вот, ну, что могу, как бы какой-то сувенир ну, с Украины, то, что Украина чем богата, так сказать. Вот. Спасибо огромное. Тут Ира накупила, в общем, много вещей. Вот, я сейчас покажу все вещи, но потом уже в отдельном видео буду мерить, потому что ну, это будет километровое видео. В общем, маскотте. Маскотте. Вот такое. Зайчик мой. Боже мой, какая прелесть. Ой, класс, ребята, кожаные ботинки, смотрите, ой, это кожаные ботиночки такие, смотрите, с прорезиненной подошвой, потому что у меня вот хорошие, у меня Колумбия, они скользят, вот их когда одеваешь, когда гололед, допустим, очень скользкие, я думаю, что эти не будут скользить, вот такие ботинки с заклепками, со шнурками, с задником, с носочком, совсем, то есть, как положено быть ботинку, полуботинок это считается, вот. Ой, какой он классный, крутой просто. С таким напылением сверху, как будто бы блестит. Ой, как они пахнут. Боже. Привет, Москву. Вообще. Спасибо огромное. Вот такая фирма Lacoste. Не знаю, кто это знает, такую фирму. 41 размер у меня обуви. Спасибо огромное. Потом тут дальше что-то есть. Такое с магазина United Colors of Benetton. Of Benetton. О, боже, какая красота! Боже, с блестками, мама дорогая. Блестящий такой ценник. Я просил свитерочки на молнии. Боже, Ира. Это не женская? Нет, это не женская. Это мужской свитер. Боже, я так просил на молнии. Она говорит, Савел, какие я тебе хочу? Я говорю, я хочу на молнии с сердечком. Но оно такое, знаете, красивого цвета с блестком. Сейчас я посмотрю, на какую сторону застегивается. На мужскую должно застегиваться. Вот на эту сторону должно. О, правильно, это мужская застежка вот с этой стороны. Обалденно, оно с блестком. Просто как Майкл Джексон. И цвет мне очень такой идет. Спасибо огромное, я потом все буду мерить. Качество отличное, мягкое. Так, что это за качество? Сейчас я вам скажу. Обалденный свитер. Я новые вещи все поскладываю. Вот то, что там старье, еще переберу разок. Так, что ж это такое? 50 размер. Артикул. Зайц. Это что такое? В общем, вот такая кофточка. Обалденная. А что ты гавкаешь? Это Инстаграм, ребята. Меня не замыкается Инстаграм. И невесты присылают свои эти, и это... Так, сейчас я звук выключу. Ой. Не, ребята, я кредиты не погашаю. Спасибо большое, я не банк. Всем не поможешь, и всем хорошим увидишь. Вот, вот такие сумки. Смотрите, какая сумка обалденная. И по нашей клетчатой, то, что Кравчук изобрел. И вот, вот такая московская. Она с сеточкой, чтобы продукты дышали. Видите, тут сеточка, типа колодки женские. Вот, и с той, и с этой стороны. Так, тут дальше. Фестиве 5. Фестиве 5. Это видно какие-то конфеты. Фестива 5, ну какие-то конфеты такие, 5 разновидностей разных конфет, иностранные какие-то. В молочном шоколаде содержится какао меньше, в общем, интересные конфеты, спасибо огромное. Сейчас. Помещалось.
дальше. Это на 150 на 260. Это, по-моему, простынь. Изготовлена в России. 60% хлопка, 40% лиоцелла. Швеция. Изготовитель Швеция, между прочим. А экспортер, импортер — Московская область, город Химки. Привет в Химки, Ольга Ангел. Она экспортирует. Такая простынь, она под одеяло, на матрасник, короче. Спасибо огромное. Так, тут что-то... Ух ты, такая прищепка. А, вот он, холистик. Вот этот корм, о котором я вам говорил, что Олекса Гаврила перевела кошку на вот этот корм. Грандорф. Натурал. А він, падла, понимаю, а? Натурал засратый. А він понимает, что это такое, да? А він понял, він не дурак. И вот такие две консервы. Одна с рыбой, одна с какой-то другой рыбкой. И вот тут, смотрите, 100%, 75% мяса, 0 зерновых, без ароматизаторов, без красителей, без конверсантов. Вот такие вот консервы. Состав: куриная грудка 50%, филе утки 25%, бульон. Анализ: белки 17, жиры 0,1, клетчатка 0,2, зола 1, влажность 81,8. Вот так. Она сказала, что вот этот корм самый сейчас в Москве пик сезона. А ну, на, будешь так есть? Лишь на ручку. Зайчик на полу, сегодня культурный мальчик. Спасибо, Ира, огромное. Я буду по чуть-чуть давать. Если подойдет такой корм, я ему буду заказывать тоже. О, уже смолок. Уже смолок. И делится. Вот так тебе, зайчик, от Ирочки. От Ирочки тебе подарок. Тебе подарок. А? Подарок. Спасибо, пожа, Олекса. Спасибо тебе. Да, про тебя не забыла. Не забыла. А мне что-то так стыдно и неудобно, что мне прислали. У тебя даже красный сейчас, я вам честно говорю. Я очень скромный человек. Это видно такой пододеяльник и две наволочки. Тоже размер 200 на 200, 50 на 70. Россия. Это тоже Швеция. Вот такой пододеяльник. Спасибо огромное. Обожаю постельное белье. Очень люблю и очень люблю его часто менять. Так. Ира выслала такую подушку. Это какая-то супер фирменная подушка. Она сказала, там чехольчики поснимать специальные. И одевать ее в наволочку. Это типа мемори подушка. Вот такая. Чехол этот снимается. Вот на молнии это надо снять. Вот такая подушка, ребята. Вот. Для сна. Ой, мягкая. Ой, обалденно. Красивая очень подушка. Что это за фирма? Immuno Desinger in the США. И Sleep Professor. Спит профессор. Спит профессор. У меня перевод жесткий. Тут дальше куча вещей. Значит, для мамы есть подарок. Мне отдали этот подарок отдельно. Я его подарю. Так, это какие-то тапочки. Вот такие в белых тапочках. А, спасибо огромное, она мне передала жареные кедровые орешки. Она сказала, хочешь попробовать? То есть кедровые орешки вообще это такое, ну, долбать их надо, клевать, и очень тяжело. То есть они очень любят перебирать эти кедровые орешки. Но если они готовые и поджаренные... Ой, как я... Ну. Ой, обалденные. Ира, очень вкусная, спасибо. Мне стыдно прям, я не знаю. Что не тоби? Так, это, я понимаю, Николаю. Я потом ему передам. Спасибо тебе, Ира, я понял, что это. Это Коля потом поделится, покажет. Так, дальше тут... Боже мой! О, сколько всего! О,
носки. Пума, Рита. Вот такие носочки. Вьетнамские носки, вот такие пума. Спасибо большое. Трусы, пума. Тоже я Рита их называю, эти трусы. Спасибо. В следующем видео я все перемерю. Все кофты, все эти. Это какие-то Пола Пальц Лаурен. Три стринга катона. Короче, три мужика с булавой, с трусами. Мужик с булавой. Такой, это фирма такая, Пола называется. Тут несколько трусов, по-моему, три или четыре. Сейчас я посмотрю. Три. Три труса. Ой, классные. Смотрите, какие трусы. Ух ты. Made in Sri Lanka. Ни хрена себе. Мне, кстати, звонил сегодня парень. Помните, мы с Колей были в Шри-Ланке? И там муж с женой, они сами летели в самолете, и там где-то неподалеку отдыхали, мы с ними встречались. Так вот он приедет в гости, он там, я так понял, канал завел и как-то ведет какую-то типа передачу, вот как, ну, типа как в топ выйти, вот что-то такое, он хочет взять интервью у меня. И позвонил, спросил, как бы, можно, я говорю, хорошо, без проблем. Это наборы, спасибо огромное, потому что у меня растерялись, это наборы для скатывания кошачьей шерсти с вещей. Вот так катаешь, оно скатывается. Спасибо огромное. Тут куча, ой, какая курточка крутая, ой, это фирменная куртка, ребята, Тони Хилфигер, ой, вот он, ой, какая она обалденная, боже, она такая, это весенне-осенняя, она немножко утепленная, да, мужская сторона, обалденная, я обожаю эту фирму и считаю, что вот эти вещи Томми Хилфигер, они самые-самые качественные. Вот одни из самых крутых вещей, это Tommy Hilfiger. Вот, она на меня отлично. Вот, я ее застегиваю. И потом вам, ребятки, покажу встану. Обалденная. Ой, на меня. Вообще, Ира, спасибо огромное. Угадала вообще 100%. Теперь тут спортивные штаны Deluxe. Смотрите. А что ценники посрывала? Я люблю цены смотреть. Вот уже поснимала, повырывала ценники. Кампус. О, это на меня спортивки. Обожаю вот такие. Обожаю. Они зауженные к низу. Вот я сейчас таких сижу. Только у меня более колхозный вариант, конечно. Но вот такие, вот такого покроя я обожаю спортивки. Это на выход в город можно ходить. Я сегодня еще приберу там вещи, утилизирую то, что есть. Вот это обалденно, я видел ее по фотографии, Мира показывала. На молнии то, что я просил. Очень теплый, это вот похоже в Италии то, что я купил. Такую серенькую, но она невзрачная. А это новая вот такая штука с молнией. Очень крутая. Обалденная. Двухцветная, смотрите какая. Даже трехцветная, рукава одного цвета, низ и верх другого. Так, спасибо, спасибо, Ира, что на молнии, что это кардиган мужской, 14 950, скидка была 7475 рублей, 50% скидка, мама дорогая, 48-й раз, Александр Манзони. Ой, класс, смотрите, какая она, ой, какая она сзади. Смотрите, как сзади сделано. Вот это классные вещи. Все. Я все гимно выброшу. Это все развешу и буду носить. Ира, спасибо тебе вообще. Я прямо аж на седьмом небе. Александра Манзони. Вот так. Ни хрена себе. Понимаете? Ой, какие вещи обалденные. Чистые, без шерсти, без всего. Тут рубашка. Типа под поло. Том Тейлор. Это еще одна. Вот две любимые марки. Том Тейлор и вот это вот. Тони Хилфигер. Вот этот Том Тейлор. У меня есть футболки. Тоже классные. Тоже Ира высылала футболки. Том Хейлор. Очень классные. Я обожаю их. Смотрите какая. А я отправлю две бутылки водки. Два торта.
Вот еще футболки. Джинс Ориджинал. Ой, класс, винтажная. Вот такая я тоже люблю, такая вот. Если она будет великовата, хотя не знаю, наверное, не будет великовата. Если великовата, я Коле отдам. Вот такая вот футболка. Одна. И это какая-то Том Тейлор. Ой, вообще класс. Обожаю. Смотрите, какие футболки классные. Смотрите, еще джинсы, тоже зауженные, как я люблю, снизу. Какие это джинсы, я не пойму, какая фирма. Ну, обалденные. Красивые, тут завязками впереди. Вот такие с длинной халошей. Классные вещи, спасибо. Я думаю, что эти джинсы как раз мои, я вижу по структуре тела своего. Так, дальше свитерок. Этот без молнии. Капхорн. Рита Котон. Рита Котон. Смотрите, трехцветный свитер. Тоже зеленые глаза оттеняет. Очень красиво. Я все это потом перемерю, ребята, в другом видео. Потому что, ну, это было километровое видео просто. Вот так, ребята, меня люди любят. Бачите? Вот еще одни штаны. А, нет, это шорты. Это шорты. И, кстати, Бугу Бодигуард. Деним Арарел. Арарел. Вот такие вот. Типа парашютиков. Ну, мне нравится вот этот защитный цвет. То есть, вот это вообще классно. Дальше футболка. Оригинал деним опять. Этот мужчина. Вот, такая же, как серая, вот такая один в один, то есть только другого цвета, то, что я показывал. Теперь еще одна, еще две футболки осталось. Ну и маме потом я уже покажу, маме покажу видео. Ой, Томми Тейлор, боже, спасибо огромное. Вот он, ой, это обалденные футболки. Том Тейлор, это фирменные футболки, ребята, очень хорошие, очень хорошего качества. Вот такая вот. И еще одна футболка. Фу, я сейчас вспотел. Тоже Том Тейлор. Смотрите, какая. Ой, класс вообще. Я люблю вот такие приглушенные. Такие вот, знаете, ненавязчивый узор. Вот такое вот я люблю. Это обалденно просто. Нет, тут еще что есть. Смотрите, еще одна штучка для скатывания шерсти Томаса. И тут... какой-то белый свитерок. Ой, я обалдею, как это будет мне в штанах красиво. Но вот такая рубашка на пуговичках до половины. Это хлопок 80% мужской джемпер с частичным вырезом называется. Made in India. Это индийский хлопок, наверное. Made in Indir, да. Индираганди. Сатуба. Ира, спасибо тебе огромное. Не знаю, что тебе сказать, как тебя благодарить. Привет мужу передай большой. Спасибо вам обоим. Они сегодня вот это мне прислали. Не знаю, низкий вам поклон. Я вам желаю вашей семье счастья, здоровья, процветания, благополучия, любви. Спасибо тебе, что ты... Ира показывала мне частично какие-то вот кофту. И эту курточку, по-моему, показывала. Вот, ну, я не ожидал, что она такая красивая. И вот эту кофту показывала. И я сказал, что возьми на молнии. Потому что под ворота мне очень сложно угадать. И шея видна, и все. Я люблю вот открытый ворот, он более худее себя делает. Или на молнии люблю, чтобы можно было не до конца застегнуть. Вот спасибо тебе, Ира, громадная. Куча вещей, смотрите. Это все надо перемерить, сложить. А вот то, что там у меня есть, разобрать. Трусы, все буду мерить. Сейчас, наверное, это видео выпущу и потихоньку... посплю, лягу и буду делать другое видео. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Ира, огромное вообще. Низкий тебе поклон. В любой момент, когда тебе что-то надо, я тебе могу прислать из Украины. Только свистни, ты знаешь, я тебе обязательно сделаю. Тоже, вот знаете, там говорят, что я там жопой лежу кому-то или что-то делаю. Нет, я не за подарки, не за посылки. Я ко всем одинаково общаюсь. С Ирой мы ругались так, что это. Ну, со временем перешли на другой уровень общения. Поэтому мы уже, в принципе, как родня стали. В какой-то степени. Поэтому спасибо тебе, Ира. Я тебе от души желаю счастья, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Я тебе искренне этого желаю.
И мужу твоему огромный-огромный привет. Вот, спасибо вам двоим. Смотрите. Смотрите, сколько вещей человек прислал. Боже мой, это вообще... А вот это какая. И подушка, и постельная, и трусы, и для Томаса. Мой зайчик. Мой зай... А винище. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. И маме подарок отдельный, я потом покажу. Мама приедет. Спасибо тебе, Ира, огромное. Зайчик, ты довольный, вещи новые, да? Ох, кто жалчный, падла, да? Вось у мене. Да? Ай, про тебе Ирочка не забула. Не. Корм хоче. Скали зуби. Скали зуби, корм хоче, дивіться. Ага, він знає, що там його корм. От він як чувствує, що який-то пакетик, він прям к нему, к этому пакету тянеться. Вот ему сейчас пусты, він найде, він розгребе і найде свій пакет. От найде, понимаете? От это воно тут є. А де? А вот оно є. От він. Він знає, що це воно. Дивіться. Він знає, що це воно. Йому друге не треба. Все, він знайшов. Ото він там і терся. От убери його отсюда, він піде до нього. Бо він знає, що це його. Понимаете? Он сейчас понюхает, понюхает и вернется до того пакета. Там ничего нема. Не-не, там нема ничего. Угу. Это еще нема. Сейчас подивится, понюхает, развернется. Поймешь, что не там. Понял, где твоя, зайчик. И оно ж закрыто. И оно ж подлец знает. И оно ж подлец знает, что это ему прислали. Ах, ты хитрый. Ты человек, зайчик. Ты человек. Давай я тебе дам, чтобы ты знал. Вот такой корм, ребята, может быть. Что такое холистики? По-моему, это очень хорошая корма. Видите, холистик, нуро. Дайте так знаю, что это такое. Оно с пробиотиком. На кушай. Дивите, как с удовольствием. Топче. Та прожовуй. Томас, жуй. Жуй. Ты должен жевать. Проглотишь. Вот так, жуй, жуй, жуй. Кусай. Ну так, розкуси. Ірочка тобі прислала, да, шкреку. Шкреку прислала такому. Все. Ага, я це знайде. Де воно? Ага, вон оно. Все, я прячу. Ой, який хитрий. Ага. Ага. Не, мій буслик, все. Спасибо, скажи Ире. Спасибо. Ага.